друзья, давайте посмотрим, что же я заказал и что ждать нам в ближайшее время. Так, ну, во-первых, вот заказал вот такую вот петличку, стоит $28. Кто не знает, это устройство крепится на фотоаппарат. Вот этот вот блок крепится к камере. Вот это вешаете на себя, и вот по радиосигналу передается. Вот даже одна картинка есть. Передается радиосигнал, то есть звук получается более качественный, то есть никаких лишних шумов нету. Вот придет, сделаю подробный обзор на нее. Так, следующий товар, что нам ожидать? Это у нас такая вот в форме зажигалки. Тут спрятана у нас видеокамера. Стоит $6, можно будет скрытно снимать что-то кого-то, если вот здесь вот разъемчик такой. Так, следующий товар у нас брелок. И брелок, он тоже необычный. Крепите его на ключи машины, квартиры. И также тоже его через него можно снимать. Ну, как бы камера не очень здесь, конечно, да, 0,3 мегапикселя. Но что-то зафиксировать можно. Цена 5,70. Так, это уже более серьезный аппарат, стоит $85. Так, это такая мини-экшен камера на 1080 разрешение, Full HD снимает, 10-кратный зум. Так, давайте ниже отпустимся, посмотрим. Вот, вблизи, видите, какая она. Можно крепить на велосипед, на шлем, кататься на лыжах. Вот. Вот такая вот интересная вещь. Она водонепроницаемая, то есть можно снимать и под водой. Вот так вот он комплектуется, приходит вот такой вот коробочке. 20, как видно, 20 метров глубина, можно забираться. Так, другой товар, ну это уже... Так, другой товар стоит $3. Это у нас форма для сэндвичей. Интересная штука. В поход собирать, ну, там на работу, на обед перекусить. В принципе, посмотрим, попробуем, протестируем, вкусно ли получается у нас бутерброды или нет. Итак, сейчас у нас зима, и я захотел приобрести вот такие вот стельки. Они на батарейках, что-то поверхность нагревается, можно по размеру вырезать. Размер, какой у вас размер ноги, вырезаете, вставляете. Вот это вот крепите под носок, можно запихать, ногам тепло. Вот такие товары ждать нам в ближайшее время. Так что, друзья, подписывайтесь, кто не подписан. Ставьте лайки, комментируйте. Все, до скорых встреч, пока.